Всем приветики, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался на такую замечательную погоду снять для вас супер классный видос. Все ждали видосы взрывов игрушек каких-то, поэтому, ребят, сегодня мы будем взрывать вот такую машинку очередную. Мне нравится взрывать машинки, потому что в них можно внедрять какие-то петарды, и получается очень интересно. На сегодня взял вот такую, смотрите, вот, с большими колесами. Будем, короче, взрывать. Также на сегодня взял вот столько мощных петард, но не знаю, пригодятся они или нет. В основном это осталось от предыдущих двух машинок, которые я взрывал. Можете зайти на канал, открыть вкладку «Все видео», пролистать вниз и найти взрывы машинок. Там было просто классно. Взрывали бетономешалки, грузовички разные и тому подобное. Классные машинки, поэтому посмотрите. Взрывы получились очень интересные, особенно с гранатками вот такими. Вот, поэтому на сегодняшнюю машинку я также взял. Здесь открывается дверца и можно внедрить вот эту гранату. Но, не знаю, белые часто просырают, но, ребят, раз я их купил, давайте будем тестить, посмотрим, взорвется или нет. Если что, из гранат на запас есть вот такая. И вот такой салют. Посмотрим, что будет, чем в конце взрывем, но, думаю, будет интересно. Поэтому давайте, пожалуй, приступим, будем начинать. Так, как всегда, начнем с вот таких дымовушек классных, побросать их туда внутрь, чтобы они подымели для начала, для разминочки, а потом будем дальше продолжать. Так, давайте. Вот так поставлю и будем забрасывать. Есть насыщенная дымовуха. Обожаю такое. Так, сейчас выберу что-то еще. Давайте закинем сюда пулеметные ленты. Так. Есть одна. И вторая. Так. Давайте вам сделаю штатив повыше, чтобы далеко его не носить, чтобы вы посмотрели вблизи. Так, вроде бы еще одна лента не взорвалась, поэтому забросим туда несколько мышек. Так, еще одну. Классно, ребят, дверца открылась. Топ. Так. Смотрите, у нас там есть кубики. Вот такие. Так. Маленькие хейтеры, признавайтесь, кто такими игрушками играет. Так, как-то тут они запихаются. Так, вот сердечко. Треугольник. Так. Влезет, нет? О, залазит. Поразлетается после взрыва какой-то петарды. Так, давайте мы что-то выберем. Такого интересного. Давайте, может быть, взорвем крекинболы. Они, в принципе, не сильно повредят в начале машинку. И взрываем гранатку после них. Вот такая. Думаю, будет интересно. Так. Так, а теперь сразу два. Есть у нас еще дымовуха зеленая. Забыл про нее. И вот такой мячик. Все, продымело. Давайте дальше. Так, ага, мы гранатку хотели взорвать. А ну-ка, пролазит.
конечно, пролазит. Посмотрим, выбьет фигурки или нет. Да, выбила, и дверца также открылась. Так, ну что, давайте теперь что-то еще такого выбирать. Остались у нас, походу, сами петарды. Теперь, чтобы взрывать, давайте тогда начнем с маленьких. Попробуем колесо первую засунуть. Давайте еще одну. Даже две. Как-то так. Теперь две внутрь. Выбираем, что дальше рванем. Чтобы такого... Так, розочка есть классная. Так, и корсары с эффектами. Такие двухзрывные есть, с дымом. Не знаю, может быть, разнесут машинку. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Для начала начнем с розочки. Близко к камере, так. Поставим вот так вот. Так, и закинем со свистом. Ничего себе, машинка сальтуху сделала. Смотрите, как тут пробило. Вот это да. Так, давайте два взрыва. Ё-моё. Капец, как мимо попал. Давайте теперь вот такой. Надеюсь, не разнесет. Давайте с рук сниму вам. Блин, думаю, разнесет. Ё-моё. Вот это да. Блин. Нет. Разнесла машинку. Я еще хотел здесь кое-что взорвать. Вот так мы сделаем. И давайте гранату. Раз мы надумали гранату взрывать, будем взрывать. Так. Что-то не хочет граната взрываться. Эти белые всегда просырают. Не знаю, что с ними не так. Именно белые всегда просырают. Пока не будем подходить, давайте тогда напоследок взорвем вот эту штуку. Сейчас вам покажу.
Это называется люскугель. Вот, люскугель. Его бросают в мортиру, такую трубку. Здесь вышибной заряд находится вот здесь. Слышите? Это порох дымный. Он, короче, выбивает заряд этот, и вот этот шарик сам летит, и в конце взрывается как салют. Ну, думаю, салюты все видели, поэтому объяснять нечего. Сейчас будем забрасывать вот этот мячик и посмотрим, как он взорвется. Так, главное теперь извлечь гранату. Так, в сторону давайте вот здесь поставим. Так. Думаю, получится отлично. Так, есть такое дело. А главное, чтобы ничего не улетело. Чтобы осталось здесь и взорвалось. Вот так. Ну что, убегаем и взрываем. Это фейерверк получился. Смотрите, даже загорелось что-то. Машинка, походу. Вот это да. Так, все, затушили. Давайте подумаем, чтобы еще такого взорвать, чтобы она точно разлетелась. Так, все хотят большую петарду, так что давайте взорвем, пожалуй, динамит. У нас их тут целых 3 штуки насобиралось с разных видосов. Вот, поэтому давайте взорвем. Так, и... Беру вот так вот. Блин, смотрите, это практически целый. Ну ничего, сейчас мы заложим динамит и будет мощный взрыв. Все, разнесло. Фух, я надеюсь, вам такой взрыв понравился, ребят. Смотрите, вот эта граната. Не взорвалась, короче, мы ее оставим, а это заберем. Сейчас мы взорвем, знаете что? Напоследочек. Блин, не залазит, прикиньте. Не хочет. Давайте тогда что-то поменьше. Например, No Limits четко взрывается. Возьмем его. Так. Давайте. И туда. Будет топовая граната. Ух ты шо. Вообще класс. Надеюсь, вам данный ролик понравился, ребят. Пишите, что думаете по поводу таких взрывов, как вам такие супер взрывы. Повзрываю еще что-то интересное для вас, если захотите. Придумайте какой-то ролик интересный, и я обязательно сниму для вас такое. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего видео, что делать с этими петардами большими. У меня есть одна супер классная идея, которую я хочу воплотить, взорвать кое-что интересное. Вот, думаю, большими петардами там повзрывать будет очень интересно, поэтому, ребят, подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего видео, как вам такой ролик, предлагайте что-то интересное. Подписывайтесь на второй канал, кто не подписан. Ссылочка на него будет вот здесь в углу, также внизу в описании. Всегда оставляю ссылку на свои каналы, ребят, чтобы вы подписывались обязательно, ребят, потому что видео выходит каждый день, есть что выбрать, даже кому скучно некоторые видосики смотреть. Просто выбирайте, открывайте вкладку «Все видео», я не думаю, что вы прям все ролики смотрите и вам скучно, так что выберите что-то классное для себя. Мне будет приятно, что вы посмотрели мои ролики, и вам будет интересно что-то увидеть новое. Что ж, всем спасибо за просмотр. Посмотрите, здесь также 4 видео, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. Всем пока-пока, жду вас в следующих новых видео. До новых встреч!